Всем привет, меня зовут Елена, и сегодня мы с вами опять поговорим о вышивке, о том, чем я занималась в феврале месяце. А месяц был, в принципе, очень даже такой плодотворный. То, чем я занималась, вы сейчас видите на экране, это все мои процессы, которые успела повышивать, и даже есть один небольшой маленький финиш. Я тоже покажу. А знаете, что самое интересное? Вот все, что вы сейчас видите, скорее всего, я закончу уже этим летом, не позже. А даже мой Нью-Йорк. Дело в том, что у меня у дяди день рождения в сентябре, и вот было бы неплохо его закончить именно к сентябрю. Ну, посмотрим, попробую. Ну и да, получается, что все, что я сейчас вышиваю, я скоро все закончу. Да, как-то так немножко неожиданно. Но, несмотря на это, я кое-что еще начала. Очень интересно, об этом немножко позже покажу и расскажу. Вернее, расскажу, покажу, наверное, через неделю, когда закончу. Я вам уже говорила, что я давно увлеклась, хотела попробовать золотое шитье Goldwork. И еще 2 года назад, как раз перед началом войны, я купила 2 интересные книжки, очень интересные. И вот, наконец-то, я до них добралась и кое-что начала вышивать. Я вам честно скажу, сначала боялась, что ничего не получится даже. Даже если честно, я буду показывать, а вдруг вообще ничего не получится. Но я вот уже начала, получается красиво. И я думаю, что я вам в течение буквально 1-2 недели уже покажу результат. Там, может быть, все и сложно, очень много нюансов, но быстро. Относительно быстро. Вышиваю я вот такой вот цветочек. Ну а что получится, вы скоро увидите. Я думаю, что уже буквально в следующих видео. Так что да, у меня такой очень интересный период будет финишей. Ну и давайте начнем тоже с финишей. Вот мой первый долгожданный финиш. Вышивала его очень-очень-очень долго, ну потому что я его не вышивала. И вот, наконец-то закончила. Здесь очень красиво приливает бисер, но как-то его на камеру очень не видно. Он именно мерцает. Это бисер Милхил. Здесь их 2 цвета, вот золотистый, ну и такой жемчужный. Вот на камеру это не очень видно, совсем не видно, я бы сказала, но переливает очень красиво. Без корнюшки мне это очень понравилось. Ну, без корнюшка или картина, не знаю еще, что это будет. Она очень яркая, очень красивая. Такие очень контрастные цвета. Есть blackwork, бисер. Есть вот такой вот шов. Такая большая, как звездочка. Вышивается шелковыми нитками. Нитки очень яркие. Схема, кстати, бесплатная. Это схема от Martina Weber. Я ее уже оставляла и оставлю еще раз в описании под видео. Что я с этого сделаю? Есть у меня одна идейка. Вот сделаю, покажу. Кстати, если у вас есть идеи, как это оформить, тоже пишите. Ну, потому что для подушки маловато, а без корнюшек у меня уже их много. Ну, посмотрим, есть одна идейка. В принципе, действительно очень красивая. Вот рекомендую схему. Очень красивая, яркая. Ну и мой поэтический салон. Вышито уже 89%. В этом месяце вышито 6 тысяч крестиков и осталось 30 700 крестиков. Тоже осталось не так тоже много. Летом закончу. Появилась еще часть гобелена, появилась рука молодого человека и часть газеты. Напомню, вот так выглядит картина. Она просто огромная, огромнейшая. Вышиваю ее на метровом станке, и она не влазит на него. Вот, кстати, хотела спросить, те, кто вышивает в развороте картину, есть ли возможность в саге ее перевернуть? Ну, не вышивать же боком в саге. Как-то неудобно. Вот, возможно, кто-то знает. Потому что, возможно, следующую картину я рассматриваю вариант вышивать в развороте. Потому что, получается, у меня левая часть картины сейчас подвернута. А это неудобно. Особенно для натяжки. Я постоянно ее подтягиваю. Одна сторона на станке получается толще, другая тоньше. Там меньше ткани. А там больше, потому что она подвернута. Неудобно очень. Ну, посмотрим. Ну, ладно. Давайте покажу, что вышито. А вышито, получается, часть гобелена. И уже появилась рука молодого человека. Сколько там было одиночек? Очень много. В этом участке, который вышивала в этот раз, было 170 с чем-то символов. По-моему, 173. И все они были, практически все, вот именно вот рука и часть газеты, которая появилась. А гобелен вышивался несложно.
Красиво очень получается, рука мне нравится, рука, манжета, часть газеты. И получается, дальше я уже буду вышивать молодого человека. Вот я к нему уже приблизилась. Так что в следующий раз я вам покажу уже кое-что интересное. Буду дальше вышивать молодого человека. Ну ладно, не буду вас задерживать. В принципе, ничего особо нового не появилось, кроме гобеленной руки. Поэтому давайте дальше. А вот это мои розы. Все, что осталось вышить. 20 749 крестиков. Одна вот такая большая роза и фон. Вот они. В этом месяце я вышила вот эти вот бутоны. Тут еще осталось немного одиночек, но уже немного. И дальше много фона. И сверху вот здесь роза. И много фона. Ну и 20 тысяч крестиков. Это уже не так много. Поэтому скоро я их закончу. Совсем скоро. Моя подушка от Риолис. Вот вы, наверное, скажете, что здесь ничего не изменилось с прошлого месяца. А очень даже изменилось. Здесь прибавилось более 2000 крестиков. Да, я вышила. Здесь плохо видно, черный по черному. Вот эту вот полоску, вот этот край. Вот и даже вот. Я буду обшивать вот так вот всю подушку. Дело в том, что у меня все подушки, ну, как бы в одном стиле. Вот видите, оранжевая полосочка и черная. Оранжевая и черная. Вот, и будет третья тоже оранжевая вот и черная. Поэтому мне получается, надо еще обшить всю эту сторону, вот эту сторону, ну и чуть больше половины этой. Одна сторона – это 2000 крестиков. То есть, получается, нужно обшить вокруг подушки 8000 крестиков в общем плане. При том, что сама подушка – 13000 крестиков. 13 с чем-то. Но ничего страшного. Мы не ищем легких путей. Поэтому закончу ее, к сожалению, не в следующем месяце, а, скорее всего, месяца через 2-3. Скорее, даже через 3. Потому что эту черную полоску вышивает, ну, очень-очень-очень нудно. Я вот не могу себе заставить вот сесть и вышивать ее целый день. Вот не могу. А, кроме того, это все вышито нитками DMC. А вот этот вот край я вышиваю нитками Perry. Мне, кстати, не очень сильно не понравились. Очень. Они какие-то неровные, такие волнистые, плохо ложатся. А подушка вышита в 3 нитки. Полоска в 2. В 3 они совсем не ложились. Ну, совсем. Как-то они оттопыривались, не знаю. Внешне вообще не видно, что здесь 2 нитки. Да и вообще, черный по черному плохо все видно. Но, повторюсь, мне ими вышивать совсем не понравилось. И в 2 нитки они ложились немножко лучше. То есть нитки Perry, похоже, мне как-то не пошли. И кроме того, черная нитка DMC имеет как бы блеск. А Perry не имеет такого блеска, как DMC. Вот они у меня. Вот не понравились мне. Даже на ощупь они какие-то вот не такие. Нью-Йорк. И уже есть что показать. Нижняя часть. Такси. Люди под дождем. Лужи. Отцветы огней в них. Очень красивые яркие цвета. Сразу по ходу делала бэк. К счастью, его было немного, совсем немного, только зонты. Вот вышла как раз вот эта вот часть, то, что я собиралась. И вот вы уже видели верхняя часть, уже дома. Небоскребы Нью-Йорка. Вот тоже такси такая интересная. Вниз головой, получается, сначала вышивалась. Вышиваешь и думаешь, что это? Вот цвет лужах. Красивая яркая картина, отдыхалочка, вышивается очень-очень легко. А дальше пойду вверх, не знаю насколько, но точно вверх. Или полностью полоску вверх, или частично вот так вот захвачу. Но тоже буду его сейчас вышивать активно. Хотелось бы к сентябрю, ну, возможно, к Новому году, но хотелось бы к сентябрю. На самом деле здесь уже вышло 52%, и осталось всего лишь 22 тысячи крестиков. Да, это немало, но это не так-то уж и много. Тем более, что часть картины вот здесь не вышивается. Посмотрите, видите, пусто. То есть на самом деле осталось не так-то уж и много. И вышивается она очень легко. И вот еще раз хотела показать мой рушник львовской барыгини, вид лолитка.
Дело в том, что меня спросили, использовала ли я флизелин. Нет, не использовала. И просили показать изнанку. Вопрос вполне понятный. Дело в том, что рушник – это даже не вышиванка. Дело в том, что его просто или стелят куда-то, или ложат его вот в корзинку. И изнанка может быть видна. Вот, скорее всего, именно поэтому и задали вопрос. Показываю изнанку. Вот его изнанка. Флизелин я не использовала. Не использовала, потому что, мне кажется, если бы он был, он бы по краям как бы оттопырился и был бы виден. Изнанка у меня обычная, хвостики вот эти вот, которые видны. Это крепление ниточек. Я откреплю нитки. Ну и к идеальной изнанке я никогда не стремилась, я вышивала как бы все в удовольствие. Кроме того, вышивала здесь в три нитки, поэтому изнанка, ну, достаточно такая плотная, как коврик. Ну вот так вот она выглядит, обычная изнанка, то есть ничего такого. Какая есть, такая есть. Но вот сам рушничок я всем очень рекомендую. У него очень аккуратно вот вышиты края. Мне очень нравится вот такая отделка края. С одной стороны тесёмочка, с другой стороны такая как бы окантовочка, очень красиво. Ну и сам узор мне очень нравится. Очень красивый узор. Я вам сейчас кое-что покажу. Вот помните вот эту вот нитку? Я ее покупала как мононить за 220 гривен. Оказалось, что это не мононить, а обычная нитка для наметки за такую цену. И очень-очень-очень некрепкая. И я ее чуть не выбросила. А оказалось, что это бесценная ниточка. И вот огромное спасибо Любе с канала Бисер Стори. А я оставлю ссылку на ее канал. Она мне написала, что эти нитки растворяются в воде. Прочитав это, я сразу побежала проверять. Я их еле нашла. И да, оказалось, они действительно растворяются в воде. А если вода холодная, то дольше. А в теплой почти сразу. Сейчас покажу. То есть это нитка для наметки, которая растворяется в воде, что очень удобно. Вот еще раз огромное спасибо. Бесценная ниточка, а я ее чуть не выбросила. Любочка, еще раз большое спасибо. Рассказала про эту нитку мужу. А он мне и говорит, а представляешь, если бы ты с нее пошила какой-нибудь купальник. А еще я вам хотела показать наше новое домашнее задание. Вернее, домашнее задание моего ребенка в школе. Нужно было сделать планету Меркурий. Но мы особо не заморачивались. Мы взяли глобус и его перекрасили. Была Земля, стал Меркурий. Ну, вернее, не совсем. Мы его сняли с подставки. У меня его ребенок обмазал клеем ПВА и обклеил салфетками. И пока клей был мокрым и салфетки, он с них сделал кратеры. Ну, просто как бы вдавливал палец и формировал такой круг, как бы кратер. Ну, а потом все это раскрасил. И у нас получился, в принципе, такой даже, я бы сказала, крутой, старинный, ну, не то чтобы глобус, Меркурий. А подставка получилась очень красивая. Как бы под старину. Ну, а вообще, меня вот домашнее задание ребенка, ну, очень удивляют. Вот последнее домашнее задание по музыке. По музыке. Сделать видео, видеоконтент. Любое видео со смыслом, но обязательно, чтобы был текст, озвучка, ну, то есть полноценное видео. Причем здесь музыка? Да, если честно, их в школе не учили монтировать видео. Для этого нужна специальная программа. Я, кстати, пользуюсь Вегасом. Ну, хорошо, что у нас все это есть, он это умеет. И вот даже уроки у них очень интересные. Вот эти вот две картины они сделали на уроке. Вот он мальчик, ну это не важно. Они и шьют, и вышивают, и вот такие картины делают. Это техника валяния. А вот это он сделал вчера. Да, уроки у них интересные. А еще я вам хотела показать. Похоже, фальшивые 10 гривен. Вот эта монета, похоже, фальшивая. Мне ее дали маршрутки. У нее просто облазит покрытие. Вот это обычно 10 гривен. А вот это фальшивая, похоже. Вот видите, покрытие просто слазит. По краям уже слезло. Я погуглила. Судя по всему, внутри она должна быть белая. Я даже там царапала одну монету, внутри она белая. А это получается желтая. Внутри. И покрытие просто слазит.
Да, уже и мелочь подделывают. Ну, может, оставлю в коллекцию ребенку. Он там собирает монетки, у него их немного, но есть. Да. Ну, в общем, у нас месяц прошел спокойно. Ну как, относительно спокойно. Только один раз в начале месяца вот мы лежали, и тут за окном одновременно тревога и взрыв. Ну, баллистика. Сильный взрыв, но, в принципе, не сильно близко. Ну и все. Волноваться было уже поздно. В принципе, да, тревоги каждый день, но это днем обычно миг. На него внимания особо не обращаем. Ну и вечером бывают там шахеды. Но опять же, до нас они, в принципе, практически не долетали, но если что-то и долетало, их сбивали. Поэтому в Киеве у нас массовых обстрелов не было, и месяц прошел спокойно. Но, опять же, спокойно. Спокойно было относительно у нас. А в общем, ситуация, конечно, ухудшилась. Каждую ночь шахеды и все, ну, прифронтовые города, другие города, они долетят, постоянно попадания, постоянное там попадание в жилые дома. Ну, в общем, там ничего хорошего. Ну, то есть ситуация, как по мне, ухудшилась. Ой, ну ладно. Как мы уже спим, я уже показывала. Ну, как мы спим прямо перед большим окном. У нас там и слышимость, и видимость. Шторы закрываем. Ну, а ребенка мы соорудили. Там возле кровати получается доска. И мы ложим каждую ночь такой большой пуф. Ну, понятно, что от ракеты или от шахеда это не поможет. Но если, скажем, просто стекла выбьет, это поможет. То есть огромный такой пуф мы ложим на кресло, и за ним такая доска, ну и фото поставлю. Так что вот так вот мы спим. И опять же, ребенок хотя бы хоть как-то там за стеночкой спит, а у нас такое большое окно. Вот прямо перед ним и спим. А, и кстати, буквально вот тоже пару дней назад у нас был такой тоже интересный момент. Нет, все в порядке, все хорошо. Вот тоже мы вечером выглядываем в окно, а там за окном пожарники с фонарями, две пожарные машины, что-то там бегают, светят. Ну, что-то там щитки задымилось, не приехали. То есть ничего страшного. Ну, просто какая-то авария, там починили, все хорошо. Ну, сразу починили. Но сам факт, выглядываю за окно, а там у нас такая движуха. Ну, и в части дома не было света, там говорят пару часов, что это такое. А, и кстати, вот хотела спросить тех, кто живет в Киеве. У нас это началось еще до войны, а сейчас очень сильно ухудшилось. Вот у нас Подольский район, и у нас периодически такая вонь из-за окна доносится, что бывает, открываешь окно и тут же его закрываешь. Ну, настолько сильно вот воняет какой-то гарью, вот не знаю. Вот есть версия, что какой-то завод там у нас есть. Ну, обстрелы, это понятно, то есть, ну, когда обстрелы. Но это просто началось еще до войны, а сейчас это очень сильно участилось. Вот уже с недели две все спокойно, нет этих запахов. А вот до этого, вот несколько раз было, вот открываешь окно, такая вонь. Просто интересно, может, кто знает, что это. Причем воняет очень сильно. И именно вот раньше, до войны, это было постоянно только вечером. Ну, а сейчас уже, когда хотите, может быть. Причем говорю, что очень-очень сильное. То есть окно не откроешь. Открываешь, вот так сразу закрываешь. Вот такое у нас тоже бывает. Ну и периодически появляются вот такие сообщения, что качество воздуха ухудшилось, и что рекомендуется открыть окна и поменьше гулять. И вот хотела еще показать, какие у нас бывают сильные туманы. Вот фотография окна. Не видно ничего. А такие туманы у нас начались вот буквально вот последние вот пару лет. До этого таких не было. Вот не видно ничего с окна. И вот у меня так красиво орхидеи зацвели. Очень красивые. И еще сделаю такое небольшое включение. Просто не могу не похвастаться. Просто не могу. Я такую красоту вышила. Это gold work, золотое шитье, вышивка золотом. Я даже сама не ожидала, что получится так красиво. Я просто в восторге. Я постараюсь все это смонтировать в ближайшее время. Я просто поставила камеру и стала вышивать. Кстати, вышло относительно быстро, буквально там за неделю. Вышивала я там буквально, ну, по лепесточку. Вот верхняя, серединка, нижняя и оставшаяся нижняя. Ну, вышивала я так полдня, получается. Там было столько нюансов, столько впечатлений. Ну, постараюсь все это, вот буквально в следующем видео все это выложить, все, что наснимала, поделиться впечатлениями, но я просто в восторге. Я сама не ожидала, что такая красота получится.
Ну и уже есть одна идейка, что я с этого сделаю. Ну, будем считать, что как раз есть мои планы вот на следующий месяц, на март. Так что будет о чем поговорить. Ладно, буду, наверное, заканчивать, а то действительно уже наговорила много. Так что всем хочу пожелать прежде всего мира. Ну и всем до новых встреч. Будет еще действительно очень много всего интересного. Действительно, очень много всего в планах, и вот наконец-то я до них добралась.